Хочу с вами поделиться отзывом об одноразовых трусиках для мамы. Они вам обязательно в роддоме пригодятся, потому что стирать там и развешивать белье негде. В упаковке 5 штук. Каждые трусики в своем пакетике. Так выглядят сами трусики. Резиночки вполне удобные и достаточно тугие. А также хотелось бы обратить ваше внимание на то, что они, на мой взгляд, слегка маломерят. То есть вот LXL на максимальный обхват бедер 108 сантиметров. Ну вот, до беременности я носила 46 размер, во время беременности 48, ну, максимум 50. И они мне прям как раз. Поэтому, мне кажется, лучше взять на размер побольше. То есть размер M, L это, скорее всего, на 44 размер. Просто L это, наверное, на 46. Материал очень приятный. Поэтому в роддом обязательно купите с собой такие трусики одноразовые.